Игра держала напряжение до конца. Рады, что забили в концовке, выжили результат. В самом конце ребята довольны. Первый тайм получился, считаю, примерно равным. Даже возможно, что по моментам мы немножко все-таки превосходили соперника. Но второй тайм замены, считаю, усилили игру, где-то немножко придали скорости в концовке, ну, чего и хотели. Ну и в конце со стандарта забили.